И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня расскажу про то, как создавать рыночный ордер на бирже Gate.io. Кстати, спасибо бирже за поддержку. А чтобы пользоваться Gate.io, переходи по моей ссылке в описании, регистрируйся и получай бонусы. А именно один из бонусов — вечная и максимальная скидка на комиссию 20%. Еще можешь подписаться на мой телеграм-канал, он будет по ссылке в описании. Там я рассказываю, какую криптовалюту покупаю, какую продаю. И, например, недавно участвовали в 100% аирдропе. В общем, там очень много всего интересного. Теперь очень интересный опрос у россиян. Кстати, каждый, кто ответил на вопрос, получил приз от Gate.io. И все люди были настоящими. Вы можете оставить свой вопрос в комментариях. Если он будет интересным, то я его задам в следующий раз. Так что пишите. Здравствуйте, ответьте на пару вопросов. Да. Как вы относитесь к криптовалютам? Безразлично. А вы знаете, чем подкреплен биткоин? Интернет-ресурсами. Спасибо за ответы. Так, ну теперь переходим к рыночным ордерам. Мы зарегистрировались на Gate.io, нажимаем на трейд, и спот трейд, и стандарт. Теперь ищем нужную нам монету, вводим название или ищем вручную. Кстати, монет очень много. Например, мне нужен эфириум. Нажимаем на него и видим график. Его тоже можно настроить. В общем, про основы на Gate у меня уже есть видео. Если что, смотри в плейлисте про Gate. Там уже, кстати, более 16 видеороликов. А если у тебя будет какой-то вопрос, но я его не затронул, то задавай, я сделаю видео по твоему вопросу. Когда мы вводим название монеты, нам показывают все доступные пары, такие как USDT, USD, к биткоину пара. Выбираем нужную нам пару, например, одну из самых популярных с USDT. После выбора листаем ниже, чтобы продать монету или купить. Кстати, минимальный ордер на бирже Gate.io — это 1 USDT. Это очень хороший минимальный ордер, потому что на некоторых биржах он гораздо больше и довольно неудобно. А здесь о нас позаботились. Также перед тем, напомню, как что-то покупать, что-то продавать, какую-то монету. На бирже Gate.io очень много монет. И вы, я вам советую, по крайней мере я так делал, я говорю только о том, что делаю я. Например, если я покупаю какую-то монету, я должен о ней знать все, ну, по крайней мере, все основное уж точно, чтобы вдруг не купить какую-то неблагонадежную монету, которая может пасть на 90%. А поверьте мне, более 90% криптовалюты, скорее всего, и упадет на 90% в будущем, так как много криптовалют вообще не используется на практике, а значит, скоро они обесценятся. Поэтому выбирайте криптовалюту правильно, в соответствии со своими какими-то критериями. Чтобы продать по рынку, справа выбираем один ордер, который ниже последней цены. Например, эфириум 2571, последняя цена. И выбираем чуть ниже нее. Выбираем, потом нажимаем продать, нажимаем подтвердить и вводим пароль фонда. Кстати, если что, пароль фонда отличается от нашего пароля. И если вы о нем мало знаете, то у меня есть видео про пароль фонда. Смотрите, очень интересно. И все, мы продали по рыночной цене. Так можно сделать со всеми монетами. Например, биткоин. Выбираем ордер ниже последней цены, чуть ниже. Это если вы хотите продать сразу. Нажимаем продать, подтверждаем, вводим пароль, и все, мы продали биткоин. Кстати, поставь лайк, и это видео увидит больше людей. Кстати, также вы можете любую цену ставить. К примеру, сейчас биткоин стоит там $40,000, а вы можете поставить продать по $60,000. Но мы все понимаем, что, возможно, придется ждать долго, так как сейчас курс только 40. Вот примерно так. Также мы можем купить монету по рыночной цене. Также вводим название, выбираем. Я возьму тот же эфириум USDT. Ставим 100% или 75%. Ну, вводим какой процент от наших денег USDT мы хотим купить эфириум. А чтобы купить по рынку, надо выбрать цену чуть выше последней цены. И делаем так же, как и продавали, только чуть выше. И все, наши монеты будут куплены. Листаем чуть ниже и видим историю покупки-продажи. Также мы можем покупать и продавать криптовалюту по рыночной цене. Если хочешь попробовать сам, то переходи по ссылке в описании на бирже Gate.io, регистрируйся, получай бонус, а именно скидку на комиссию, и эконом. Спасибо, что посмотрел этот ролик. Подпишись на мой YouTube-канал, мой телеграм-канал. В общем, пиши свое мнение о Gate.io, задавай какие-то вопросы россиянам, которые я задам в будущем. В общем, будьте аккуратны и удачи, потому что от удачи зависит многое.